Снова здорово, игроманьяки, с вами Джейсон, и мы продолжаем прохождение бумажного следа в Infamous Second Son. Мы наконец-то, я надеюсь, что мы поймаем бумажного кролика и узнаем его тайну, хотя ни для кого не секрет, я думаю уже, что этот самый кролик, та самая девочка, которую Августина первой сдала дезовцам. Она стремительно пытается от нас сбежать, но у нее ничего не выйдет. Спокойно. Хоп! Я вижу тебя сверху. А теперь я тебя не вижу. Маленькая дрянь. Так, куда же ты? Я догоню тебя при любом раскладе, но она нам оставит очередное оригами, как это обычно она делает, и мы начнем разгадывать новые головоломки. Последние, кстати, были, ну, совсем сложные. Она сделала круг и... Где же ты, где же? Теперь она рассыпалась на улике. Такая сила, и она ее тратит на оригами? Я не буду вас обнадеживать, но я надеюсь, что нам наконец-то дадут бумажную силу. Переходим на сайт. Ну и в уликах мы, естественно, видим очередного голубя. Сейчас посмотрим, кто-то перевел нам что-то. Видимо, да. Это не может не радовать. Видим дракона, который сражается с каким-то вороном. Не очень понятно. Так, мы видим очередную загадку в виде рисунка и лабиринта на этом рисунке. Я думаю, если мы сможем пройти от начала и выйти в конце, то те числа, которые мы пересечем, и будут являться кодом для доступа в сеть DES. Убивать больше некого, мстить больше некому, делать больше нечего. Мы весело провели время, Делсон, не так ли? Ты почти во всем разобрался. В этом лабиринте ты можешь узнать две истины, и тупики также важны, как и та дорога, что ведет к выходу. Собери ответы вместе, узнаешь, где мне найти, и не заставляй девушку ждать. Что ж, приступим к разгадке этой головоломки. Ну и по традициям открываем рисунок в Paint и начинаем моим кривой рукой путешествие по этим тоннелям в поисках правды. Кажется, вот оно, вот то, что нам было нужно. Сейчас мы проверим это на сети DEST. Полученное число 9-8-2-7, 9-9-3-5, 9-9-3-5, 9-9-3-5 и 3-2-8. И это именно то, что нам было нужно. 9-8-2-7-9-9-3-5-5-3-8-5-3-2-8. Перевели нам что-нибудь? Да, отчет по происшествию. Служебная записка. Отдел надзора и мониторинга. Важность средняя.
Тема контрабанда в камере заключенной 056-7339-2606. При плановой проверке камеры заключенной был обнаружен прилагаемый клочок бумаги. А на бумаге в минималистичной манере изображена птица, покрытая странными пометками. Похоже, что это какой-то код, но первичный анализ не дал конкретных результатов. После сканирования бумага была возвращена в камеру. Решение усилить наблюдение за рисунками и записями заключенной, пересматривать все ранее созданные заключенные материалы на предмет поиска сходных пометок и провести сравнительный анализ воспитательных и дисциплинарных мер, пока не принимать. Департамент единой защиты, обеспечиваем безопасность страны и защищаем граждан. Мы видим очередной код и видим пример работы. Что если следовать стрелочкам? 4707. Как это у них так лихо получилось? 4707. Найдите и сфотографируйте оставленные чили и улики. Вау! Что здесь? Кто здесь? Так, где улики? Улики. Вблизи-то даже симпатично. Эти что ли? Элсин, ты крут. Так, есть снимочек. Развелось художников. West Town. Так, еще нужно 4 штуки сфотографировать. Сейчас везде долетим, доберемся и сфотографируем. Главное, чтобы Дэс не вмешался. Так, а здесь что? Я не... Опа. Так, так. Левее, правее, выше. Такого бы я приголу била. Это что такое? Начертание голубя? Начертание голубя. Это еще надо увидеть, разглядеть. Чтобы знать, что мы точно ищем. Было бы вообще супер. Так, вода, 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 враг наш. В воде мы вообще беспомощны, как дети. В любом случае, с любой способностью. Кто бы там что ни говорил, но это просто косяк на самом деле. Это никак не отражается на способностях. Так, что мы должны увидеть здесь? Ниже? Пруд? Мостик? Что? А вот еще один голубь. 15 минут. Дальше. Дальше, 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 дальше. Здесь тоже где-то голубь должен быть. Где же он? Она могла его оставить где угодно. А в объектив камеры я не знаю, найду ли я его. Никакого зуминатора нет. Вот он. Зуминатор, а вот и голубь. Так, и последний. Кстати, здесь опять какой-то фургон стоит. Дезоса здесь не видать. Так, и еще где-то здесь, значит. Здесь ничего не вижу. Где же? Так, где-то здесь. Вот он прям под столом. Так, тут явно какой-то намек. Какой-то намек. Явно. Сейчас отправимся фотографии
в улике, и будет, может быть, еще одна загадка, скорее всего, как это обычно бывает. Так. У-бом. Это было просто эффектное приземление, ничего более того. Отправляемся на сайт. Далее мы имеем все четыре снимка в нашем в профиле, в уликах. И нам нужно сопоставить выделенные фрагменты с этим голубем. И те фрагменты, которые выделены, будут давать нам числа, нужные нам для отслеживания в устройстве, ну, в телефоне Делсина, чтобы отследить сигнал. Так, ну и коды для всех разные, поэтому вам придется сопоставить вот эти фрагменты с вашими рисунками. То, что у нас получилось сейчас, мы введем. В моем случае это 4720744 3275 3275 3. Так, ну в вашем случае, скорее всего, будет другой номер, поэтому сверяйте вот эти фотографии и вот эту схему. Частая ошибка в том, что последний рисунок перевернут, поэтому это будет не правое крыло, а левое. Ну а мы отслеживаем сигнал и... Отлично. Теперь нам нужно вернуться на PlayStation. Вычисляем с помощью телефона, как обычно. Теперь забираемся повыше, чтобы было слышно, видно. Выбираем направление. Какие наши годы? Поймаем тебя, Нейлин, не переживай сильно. Стоять. Я знала, что ты умен, Делсин. Что ты найдешь способ. Заинтригован? Думаешь, почему я выбрала тебя? Ладушки, оладушки. Только не говори, что она где-то засела в захваченном Дезовском районе. Меня ищешь, Делсин? Ну вот, нашел. Только не поймал. Так, ну вот мы и уже здесь. Меня ищешь, Делсин? Что у нас тут? Ну вот, нашел. Только не поймал. А у нас тут чертова запись. Так, новые улики. Так, здесь мы видим, добавилось логово. Найдите ответы в убежище Чейлин. Сейчас это все дело прогрузится и отобразится. Так, смотрим. Видим еще голуби. Видим похожую схему, что была камере. Ладненько, что еще мы видим? Это первый голубь. На полу мы видим диктофон. Congratulations. The paper trail brought you all the way here, just as I had hoped, just as I had planned. I needed you to see what I see, what happens to our kind. All I ever wanted was peace. Спасибо, что нам никто ничего не перевел. She showed me dead body after dead body of conduits who had been mercilessly killed and sent to the morgue. So when the orders came to close down Curtain K, Augustine finally decided to act. I never had anything against Abigail or Henry or Eugene. But the world already blamed conduits for this mess we're in. So she let them believe what they wanted to. Three escaped bioterrorists on a murderous rampage.
Augustine was right. No one bothered to question the deaths of those awful people and government lackeys, even if the facts didn't quite add up. Surely the world would agree that Curdin Kay was needed. That was Augustine's mission. And I was a little piece of insurance. She gave me a list. All their names were on there. Fishbein, Petrovic, Wingar, Mortimer. By the time I was through, there was no opposition left. And then, of course, there's you. So, where do we go from here, Delson? You've got all... Итак, после того, как мы попали в логово белого кролика, что же нам следует сделать? Нам нужно найти все четыре оригами, как это было показано ранее, и обратить внимание на следующую петрушку. Во-первых, нас интересует вот этот номер. 364-53. Я его вынес уже в свои записи. Он поможет нам узнать одно из чисел, которое присутствует в ID агента. Как видно в моей записи, номер на стене – это четвертая позиция в коде и является числами 35. Здесь, кстати, даже переведены эти меморандумы. Вы можете с ними ознакомиться, поставив видео на паузу, если кому это интересно. Так, далее нас интересует вот эта запись на стене, подобно как в камере на Элин это было видно. А нас интересует на этой записи первый. Да, первый. Мы сопоставляем, опять же, расположение. Первое число, второе число, третье число, четвертое число, пятое число, шестое число. По сетке вы должны сопоставить отметки и числа на стене, и узнаете тогда 11 знаков, которые требуются для доступа к сети DES. Ну, кстати, это первый голубь, и код его является вот таким. У вас он будет свой. Для каждого генерируется, к сожалению, свой код, поэтому бесполезно. Придется вам это выполнить самому. Вот мы открываем еще одну и узнаем первый код агента. Нам всего их 5 штук. Если я не ошибаюсь, да, их всего 5 штук. И, естественно, нам нужно все 5 документов найти. На этом рисунке мы применяем первого и четвертого голубя. Ну, логично, да? Линии идут справа налево. После того, как мы узнали 2 этих кода, нам нужно перейти к следующей стене. К этой стене. И здесь мы найдем такой же рисунок. И здесь мы применяем второго и третьего голубя, соответственно. Итого получаем 4 числа, ну а пятое число, как я уже говорил, на стене. Вот этот номер вбиваем в департамент и находим пятое число. В общем, все они здесь есть у меня. По всем голубям я вывел. Какие коды? Получился код агента цельный. Вот такого вида. И нам теперь требуется... Теперь нам требуется доступ к ноутбуку, который расположен на столе вот здесь вот. Здесь мы видим фотографии Делсина. Теперь они нас запрашивают пин агента. То, что мы составляли из всех документов. Вставляем его вот сюда. А на вопросы, кем я была и кем стала, ответы для всех одинаковые. Была она Хитори или Хитори, а стала Сайсей. Ну, эту информацию можно найти в документах, разбросанных по квартире, если вы знаете английский язык, хотя там вроде все перевели. Мы отправляем и получаем еще одно письмо. Миссия Чели. Your mission. Ну, здесь перевели все. Это переписка. Твой час настал, Сайсей. Нам тяжело доверять друг другу, но сейчас в твоих руках труд всей моей жизни. И Надзума Кимури, и
у Сената посеют хаос, но тебе нужно направить их, их историю в нужное нам русло. В общем, это все вы можете тоже прочитать, если есть у вас желание. Теперь я буду ждать тебя, Фукусу, в условном месте, чтобы показать, чему ты меня научил. Так, и что теперь? Все голуби мы собрали, нам добавили очень много доказательств, улик в наш профиль. И тут также указание Августина присутствует, которое давало нам непосредственно Чили. Встретиться с Чили. Остановите белого кролика. Я пришла из ниоткуда, пустота бежала по моим венам, я не заслуживала. Я не заслужил ничего, так я себя чувствовал, пока не встретила Августину, свою протекуту. А, да, она засадила меня за решетку, но снаружи я была... Но снаружи бы я погибла. А в Кердоне мое существование обрело смысл. Ну, в общем, вы тоже можете со всем этим ознакомиться. Поставь на паузу. И теперь нам нужно вернуться на консоль. Поймайте! Наконец-то мы ее должны поймать. Но это будет ни черта не просто сделать, наверное. Пока она сама этого не захочет, мы ее не поймаем. Где ты там? Есть-то. Виляет, виляет зигзагами. Да притормози ты! Вот эти следы, которые после нее остаются, они запутывают. Куда же ты? Блин, жизнь какая. Куда ты делась-то? Где ты? Наверху? Так. А дальше? Дальше обратно сюда. Так, ну я так понимаю, нам придется сейчас прыгать высоко-высоко. Вот она. И мы ее поймали. Или нет? Еще один голубь. Бумажный. Когда Августина меня арестовала, я была маленькой испуганной девочкой. Она заперла меня на замок, чтобы защитить. Когда я попала в Сиэтл и увидела хаос, который ты творил, ты никого и ничего не боялся. Ты был неудержим, ты был свободен. И тогда я поняла, это она была слабой, а не я. И показал нам, что мы не должны сидеть в клетке. Если кто-то и должен прятаться, так это они. Я столькому у тебя научилась, Делсин. Теперь я знаю, что никто не может даровать тебе свободу. Ее надо завоевать. Чили,
Мне больно думать, что ты могла стать такой из-за меня. Но если я тебя найду, я исправлю свою ошибку. И что, все? Войдите на сайт, говорят они нам. Сейчас зайдем. Так, на сайте мы видим последние оригами. Дракон и кролик слились воедино. Как говорится, оставляйте их неудовлетворенными. Прощай, Долсиндроу. Ты пришел сразиться со мной, я понимаю тебя. Но ничем не могу помочь. Нельзя сражаться с идеей. Нельзя убить то, что стало частью тебя. А я теперь часть тебя, Делсин. Ты искал меня, надеялся узнать правду, и ты узнал ее. Ты же согласился, что эти монстры не имели права на жизнь. Конечно, ведь ты, так же как я, следуешь своим инстинктам выживать, сражаться, мстить. У тебя были разногласия с Августиной, как и у меня. Она хотела сохранить Кэрден Кей, но мы ждали больше. Власти свободы, настоящей свободы, и теперь мы ее получили. На этом заканчивается бумажный след, и никакой способности нам не предоставили, как я и предполагал. Но мы узнали правду о белом кролике. Конечно, жаль, что нам не предоставили новую способность. Но вот так разработчики, видимо, сочли это ненужным или сложно реализуемым. Ну, не знаю. Нужно спросить их, наверное, об этом. Что ж, возможно, нам еще будут какие-то дополнения предложены для Infamous Second Son. Если они, конечно, будут предложены, мы обязательно с вами их пройдем. Ну, а с вами был Джейсон. Это канал True Mania Games. Игры от настоящих маньяков. Не забывайте подписываться на канал, ставите лайки, заглядывайте в описание. Там полно интересных ссылок. И... Яко, всем удачи и пока. Если ты настоящий геймер, если ты хочешь быть в курсе всех новинок игрового мира, если тебе интересно прохождение игр на YouTube, то подпишись на игровой канал True Mania Games и посети паблик TN Games. Самые быстрые прохождения, трейлеры и новости из мира игр. True Mania Games. Игры от настоящих маньяков.